Итак, типичная ситуация, нас прижала, а туалетная бумага, как назло, закончилась. Что же делать? В магазин уже не побежишь, а то обосрешься. К сожалению, выхода из такой ситуации не существует. Приходится срать без туалетной бумаги. Но такую ситуацию можно предотвратить, экономя туалетную бумагу и делая один рулон практически бесконечным. Итак, запоминаем, для того, чтобы у вас была практически бесконечная туалетная бумага, для начала вам нужно одну туалетную бумажку разделить на две. Это несложно, вам всего лишь нужно найти небольшой зазор и начать разделять ее на две части. А далее для удобства повесьте рулон на какой-то крюк и возьмите своего лысого брата. Ну, чтобы он мотал один рулон, а вы второй. Ну и в принципе все, это весь лайфхак. Теперь вам нужно потратить небольшое количество времени, чтобы размотать один рулон на два.